Кооперация объединяет поколения и соединяет интересы. Именно так звучит слоган Всероссийского форума, который прямо сейчас проходит в спортивном комплексе «Волга Спорт-Арена». Цель мероприятия – привлечь и объединить активную молодежь и инициативных предпринимателей. Свои проекты и идеи участники форума привезли из разных уголков страны. Я представляю проект «Права студентов». Это именно та система, чтобы обучить ребят их правам, чтобы они знали свои обязанности и умели ими воспользоваться. Потому что, к сожалению, не каждый студент об этом знает. У них его есть более 29 академических прав, даже не касаемо учебы. А, к сожалению, никто об этом не знает. А мы, как представители студенческого совета, мы занимаемся правами студентов. И мой проект я хочу именно расширить по нашим филиалам, чтобы студенты узнали свои права. 7 тематических площадок, абсолютно разных по своей направленности. Технология будущего, коммерция, образование, еда, автотранспорт. Спикеры и эксперты с различных регионов страны готовы обмениваться своим опытом работы. И всех их объединяет одно – желание действовать и развиваться сообща на благо своей страны. Мы здесь, потому что мы сотрудничаем друг с другом. Это главный принцип кооперации. Здесь нет конкурентов. Мы понимаем, что наше образование без того, что ребята дальше будут заниматься реальными делами, создавать новые кооперативы, оно бессмысленно. Но мы также понимаем, что новые предприятия по производству прекрасных консервов из лисичек или иван-чая и всего остального экологически чистого, что делает современная кооперация, они не смогут развиваться без наших ребят. Кооперация – это ключевое слово. Ульяновск был выбран не случайно для проведения такого масштабного форума. Наша область является лидером в развитии потребительской и сельскохозяйственной кооперации. Продуктивную работу региональной отрасли также представили на одной из площадок форума. Нам надо показать, как молодежь вообще, новая молодежь движет новую кооперацию. Мы к этому стремимся. Будущее за молодежью. Сегодня в рамках форума будет подписан ряд соглашений, а также пройдет пленарное заседание, где обсудят вопросы развития региона и будущее кооперации. Подробнее смотрите в наших следующих сюжетах. Кристина Жакот, Данил Сурков, новости «Ульяновской правды».